В Ненецком округе станет больше госслужащих. Сегодня на заседании окружной администрации утвердили новую штатную численность нескольких структур и новый размер оплаты труда. Четверо новых специалистов появятся в комитете по информатизации. Сейчас в структуре работает 8 человек. Необходимость увеличения числа работников объясняют высокой нагрузкой и большим количеством задач, часть из которых находится на постоянном контроле у федеральных властей. Взаимодействие с аппаратом полпреда в Питере также требует одного дополнительного консультанта в представительство Ненецкого округа в Петербурге. Новые лица появятся также в управлении строительства и ЖКХ. Еще 7 человек составят новый орган исполнительной власти НАО, Государственную инспекцию по ветеринарии во главе с Александром Антоновым. Кроме этого, увеличивается фонд оплаты труда без увеличения предельной численности в управлении финансов Ненецкого автономного округа в связи с реорганизационными мероприятиями, управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа в связи с изменением структуры и управление по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видом деятельности Ненецкого автономного округа и управление здравоохранения Ненецкого автономного округа.